Добрый день. Видео приготовлено специально по заказу F-магазина. И у нас сегодня на обзоре вот такой Big Bait. Резина от Hitfish. Называется Stalker. Ну, коли Stalker с таким названием, она просто обязана хорошо ловить. И главным объектом для охоты является щука. Вот такой вот великолепный экземпляр. Прежде чем я вам покажу ее и открою, расскажу, что это у Hitfish новинка. Магазин нам дает всего 7 цветов, но они представлены практически всеми модификациями, которые могут быть для любой воды, для ее прозрачности любой и для окраски берега, там, дна. В общем, все, что делает рыбку простую, плотвичку, вот в воде вот такой вот окраски, как здесь, допустим, мы видим. Это, например, песчаное дно, где-то какая-то зелень. Вот так и выглядит. В принципе, плотвичка, в ней все отражается. 6,3 дюйма, 16 сантиметров, что составляет такая длина. Вес 33 грамма, поэтому для анимации данной приманки понадобится... Обычное можно брать унцовое удилище на medium, heavy или heavy. Любое из этих удилищ подойдет для анимации данной приманки. Давайте ее посмотрим поближе, как она выглядит. Запаковано две штуки в упаковке, запаковано мощно тут. Воры ничего не проберутся к ней быстро. Вот такая штучка. Мягкий, но упругий силикон. Вот такой. Пятка объемная. Наклон ее средний такой, что значит может использоваться и на течении, и в стоячей воде. Ну и великолепная детализация. Да? Чешуя, плавники, все анальные, грудные, спинного нет, да. 3D глаза, то есть, ну, пескарь большой, да, практически. Вот. Детализация хорошая. Для течения это не столь важно. Там все быстро происходит, она не успевает посмотреть. А вот в спокойной стоячей воде детализация будет крайне важным фактором. Поэтому здесь с этим все нормально. И с этой приманкой можно охотиться на крупную рыбу, судака, щуку, окуня даже. Но главный, пожалуй, объект таких приманок – это щука. Оснащаю я такие приманки либо джиг-головкой, что очень для такого размера нормально. Можно, конечно, офсетным крючком, хотя реализация будет небольшая поклевок. Но будет весело. Или же стингерами. С одним или двумя тройниками. Ну, в данном случае вот эту вот с нашей теперешней точки зрения небольшую приманку я, например, оснащаю всего одним тройником. И небольшой груз, ну, 10-12 грамм, 8. Больше, в принципе, и не нужно. Но это в зависимости от водоема, в котором вы ловите, или от удилища, которым вы ее анимируйте. Вот такая интересная приманка получилась у Hitfish. Пробуйте, берите на рыбалку, ловите на крупную резину, и скучно вам точно не будет, особенно в период теплой воды и осенью. Спасибо за просмотр, спасибо F-магазину, до свидания.